Давайте начнем жеребьевку. Да, нет проблем. Какая разница? Перемешать? Просьба перемешать, да. Я посильнее. Пожалуйста. Группа А под номером 1. Букетова. Давайте зачитаем. Харьковский государственный университет имени Букетова. Группу А. Казахский национальный медицинский университет имени Асфендьярова. Так, а вот... Правильно? И... Группу А. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Он получается в Караганде, да? Значит, я представитель команды Карагандинского государственного университета имени Букетова, значит, старший тренер женской футбольной команды Каргу. Ну, радует то, что впервые в Алмате стартует женская лига. Это, мне кажется, здорово повлияет для развития женского футбола среди студенческих команд Республики Казахстан. Обычно говорят, мяч круглый, поэтому что-то сейчас предсказывать и на что-то надеяться, соответственно, все команды готовятся, хотят успешно выступить, поэтому трудно сейчас загадывать. Хотелось бы, конечно, быть в тройке, стать чемпионами, но это, как говорится, подскажет ситуация, подскажет, все решится на футбольном поле. И хочу заверить заранее, что если проверка обнаружит те или иные подставы участников команды, то это отразится не только на спортивном имидже вуза, но и на общем рейтинге учебного заведения. Меня зовут Каир Хасенович Ахметов, я представитель города Астаны, значит, агротехнический университет имени Сакина Сейфуллина. Так, значит, я, во-первых, хочу поблагодарить организаторов турнира, что впервые у нас здесь проводится в Алмате такой прекрасный турнир, женская национальная студенческая лига по футзалу. Значит, я думаю, что это начало, оно в дальнейшем, я думаю, даст развитие женскому футболу, футзальному футболу. Профессионал.